я поняла. Ебать, они похожи. Похоже, похоже, очень сильно. Ёпта, очень сильно похожи. Стоп, у него... Ну, бомбыш. Половина моя. Ну, да. А дайте, пожалуйста. Почему приходят вот такие люди? У меня всегда отношения были. Добрый вечер. Ну, харизматично. Дайте-ка. Половина моя. Здорово. Я никуда не пропал. Я не знаю, что я на Сейшелах. Чтобы ехать пораньше. Но я постараюсь. Володька, Владимир. Прям день в день. Потому что, ну, блядь, сама понимаешь, 3 недели отпуска в пиздец. Захват. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Блядь, сколько тут народу! Тебе нельзя снимать. Чего? Вот это делать. А, сори. А там ничего не было. Заблюрим. Половина моя. Дайте, пожалуйста. А, да. Хватай. Да, братух. Да, Тамбовский мой братуха. Тамбовский братуха. Смотрите меня по телеку обязательно. Да, выбирать, куда будем ходить. Тебе понравится, а потом я посмотрю, где мне. Палабина. Меня все называют изменщицей. Че это? Да. А кому ты изменял-то? Не, прикол в том, что вот смотри. Где? У тебя пачка. Смотрите, я выложила фотографию зданий и выложили. Смотри, что она творит. Вот один парень. Он такие комментарии пишет, что брат. Смотри, что она творит. Это моя девушка, изменщица. Захнув лох. Я к тебе не приеду. Буду смотреть, чтобы не изменила. Че? Класс, тебя даже тут вообще посылают. Тамбовская кровь, она всегда в моем сердце. Половина моя, половина моя. Тарарарарарам. Привет, Лизка, привет. О, ничего себе, Кадваш, ты что ли? Всем привет, всем привет. Я нет. С девочкой с глазками. А? Ой, классно, кстати, тоже символично очень. Ой. Это надо вот так. Что там в Воронеже нового у нас, расскажите. Что в Воронеже нового? Воронеже новое то, что ты чуть Ленку за не припер. Чуть Ленку. Чуть Ленку не припер в Воронеж. Ганс на месте. Привет Тамбову, привет Воронежу. Ха-ха-ха. Все здесь, все у меня в сердце. На, выкладывай. Кинь мне наш фотки, братух. Да, сейчас кину. У меня здесь вообще не холодно. Да, холодно, блядь. У меня здесь вообще не холодно. Половина моя. Да я думаю, да. Тара-тара-тара-ра-ра-ра. Все, блин. С этим, с снайпом тоже? Да. Красава. Сейчас. О, все. Дай мне огня. Дай мне огня. Дай мне огня. Попробуем еще раз наладить связь. Наладить связь, давай. Пойдем. Да есть желание на свадьбу полететь, но просто я на Сейшелах. Не. Лайков больше лайков, лайков больше лайков. Не, ну, чё по бомонду,
авторитетно заявляю, что ребята тамбовские наши, братишечки, братулечки с модного бомонда. Крутые ребята. Mucho gusto de sombrero. Половина моя, половина моя, половина моя. Тут вообще все куражатся. Вот так у нас здесь хорошо. Нет, это не мой. О, Егорка, Егорка, здорово, братец, братец. Вот Егорка, братец, меня отправлял. Смотрите, смотрите, какие кошечки у нас тут. Девчонки, помахайте, ну-ка. О, да, тра-та-та-та-та-та. Малюхова, подписывайтесь. Подписывайтесь. Настенька Морозова. Снима, не нарушай правила, пожалуйста. Половина моя. Ой, родит, ха-ха-ха, родит. Смотрите, ребятишки. Ростов великий, привет! Егорка! Пусть кинет инст! Я валяюсь! Сама! Что-то она вообще попутала, что ли? Кто там кому должен подписываться? Ё-моё! Половина... Чё, короче, знаете, как скажу? Смотрите ТНТ. Первыми не добавляемся. Они... Не для них наша роза цвела. Смотрите, какая красотища. Половина моя. По специальным заказам для братишек из Тамбова идем к Андрюхе Шабарину. Половина моя. Ту-т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 у. У меня вообще, да, песня заела. Тут вообще песни закидают на раз. Так. Чего-то Андрюхи Шабарина нету. Специально хотел для Кулакова фотку Шабарина. Че, скажите мне вообще, как вообще с виду выглядит? Нормально все? Вот такой у нас съемочный процесс. Станция Селезни Тамбовского района, Тамбовской области. Респектухи, уважухи всем. Брат, ну как вы думаете, нормально выглядит тут вообще вот так вот наш тут? Это старая вилла. У меня вообще все по кайфу. Я вообще здесь кайфую. Фух, Касым Гасаныч, здрасте. Да, вообще здесь все ровно. Квадратный. Татара, татара, татара. Та-ра-та-та-ра-та-та. Ну, смотрите, вот так вот. Чтобы вы понимали, что...
Козырь черви, только козырь не пики. А вот брат, я передаю Касым Гасановичу привет. Брат, смотри меня, там много будет еще интересного, что. Всем нашим салам, пацаны. Я здесь стараюсь, как могу, чтобы вам было весело меня смотреть здесь, шли тут. Стараюсь. А вот, смотрите, это вот, я вот тут живу. Да тут Тамбов решает просто. Тут Тамбов решает. Вот тут басик такой, тут чисто вот так вот, знаешь, как бы вот. Вот как-то вот так вот. Я Чёбытов. Из Тамбовской области. Так, чё? Я не вижу ваших лайков. Я тут так стараюсь, хожу, вам тут все показываю. Где лайки? Сань, сочиняй. Вы скажите мне, знаете что? Вы вообще за меня болеете здесь? Я тут стараюсь вообще, чтобы всем было весело. Нет закона, нету правил. Вот тут прям шубережу. Бабушка, ну, возможно, в шоке. Бабуль, я тебя очень сильно люблю. Маму, папу, всех братьев, сестер, всех братьев по душе. Чё? Так-то я Димка Чёбыт. Из города Тамбова. Ну, Воронеж я люблю тоже сильно. Воронеж, на колесах не догонишь. Не, да красиво. О, привет. Привет. Ладно. Я где-то оставил свой стакан. Это плохо. Пошел его найду. ТНТ. Все смотрим ТНТ. Заходим в ТНТ Клаб. Голосуем, чтобы Диман получил тут все вообще по ровничку. Не, ну. Я задержусь здесь, ребят. Не знаю. Вы мне скажите. Если я приеду в Воронеж, будет вечеринка у нас? Где же я оставил свой стакан? Я... Посмотри на меня, видишь, какой красивый, какое бабло. Я вас умоляю. Нашел свой стакан. Да, Егорка? Да, вот... СМС-очки, ТНТ Клаб, голосую за лучшего участника проекта. Вот смотрите, там сорок пляшет. Это нижний брейк! Так, да. Еще не здесь кокосик. Ну, я вообще в жизни много чего успел. Это просто еще вершина айсберга. Сороке привет передать. Мы пойдем передадим. Если лайков будет много, еще передадим. От кого Сороке передаем привет?
Сорок, тебе хотят привет передать. Да, пейте, пейте, гуляйте. Брат, можешь меня просить здесь привет, чтобы передал? Чтобы я передал привет? Ну, а меня кто-то знает еще? Ну да, ты вообще... Я... Да, привет всем. Вот, я сделал все, что вы просили. Там... Все. От Марии. От Марии привет. А, окей. Что? Это Димас, привет ему передай. Привет, Ирка. Но он ждет Яндальцеву. Воу! Он ждет Яндальцеву. Братюк, да я ему 70 сейчас все объясню. Половина моя. Ладно, ребятишки. Мне сейчас разрядится телефон. 2%. Всех люблю. Бамонду привет. Тамбову привет. Воронежу привет. Респект и уважуха. Всегда с вами ваш Димка Чоботов.